Всем привет, меня зовут Ирина. Сегодня я получила свою долгожданную посылку от мыла Опт, сайт, где я постоянно делаю заказы. Заказ пришел довольно быстро, 14 числа я сделала заказ, 16 оплатила, сегодня 21 число я заказ уже забрала на почте. Сейчас я при вас вскрою коробку и покажу, что я заказала, и соответственно я покажу. Вот, немного отставлю. Вот такая шоколадка. Форма в виде шоколада, очень красивая. А главное, мне очень нравится, когда формы для мыла небольшие. В этой шоколадке 40 грамм. И вот детям такое как бы мыло делать очень классно. Такая одна форма. Еще, конечно, заказала нашим любимым мужчинам форму, потому что очень часто просят формы именно для мужчины. Ну, как бы тюльпаны мужчинам дарить не совсем правильно, поэтому как бы заказала форму настоящий мужчина. Можно делать в любых цветах, очень красиво, когда добавляют глиттер. Форма, кстати, тоже небольшого объема, 68 грамм. Силиконовая форма, с ней тоже очень легко доставать, главное хорошо сбрызнуть спиртом, и мыло готово. А вот любимая форма, которую я очень хотела, которую очень ждала, это силиконовая форма в виде 3D малыш. Это очень классная форма, это как делают мыло, просто шедевр. Форма, кстати, тоже 85 грамм. Но это будет любимая форма не только для детей, но и для многих мам. Это отличный подарок на выписку с роддома. Это отличный подарок ребенку в любом возрасте. Я очень долго искала эту форму и нашла ее только на мыле Опт. Именно такого объема. То есть есть форма по 10, по 20 грамм малыш, но для мыла это очень мало. Вот покажу вам еще раз эту форму. Вот. А теперь посмотрим мыльная основа. Мыльную основу я беру, здесь подписано мыло Опт, оливковая Melta Olive. Что это значит? Она не совсем прозрачная, эта основа. Ее можно вот так посмотреть. Для картинок она не подойдет. Она с добавлением уже оливкового масла. То есть добавлять сюда оливковое масло не нужно. Вот, уже видно, какая она. Что мне нравится в белорусской основе, то что она плавится не так, как другие аналоги ее. То, что она экологически чистая, безопасная, и ее разрешают также в использовании детям. Почему мне нравится Melta Olive? Ну да, то, что я сказала, она с оливковой оливой. И плюс дополнение к тому, честно скажу, я брала ее когда-то на других сайтах, приходила она не такая. Она приходила прозрачная, без добавления оливковой оливы, поэтому я перестала доверять и сделала доверие только сайту мыла Опт. После нее кожа не сухая, очень мягкая. И по весу мыло Опт всегда ложит правильный вес. В этом можно не сомневаться. Еще у меня такая одна форма была. Так как скоро светлый праздник Пасхи, я заказала в виде яйца «Христос воскрес» форма. Также очень красиво делать такой формы на подарок. На подарок на Пасху. Она состоит всего лишь 40 грамм. Их делают, к примеру, 3 штуки в наборе. Или можно даже одно дарить. Очень красиво в корзинку сделать, украсить. Очень красиво. То есть здесь сделать один цвет и само яйцо уже любым другим цветом. Очень классная форма. Я ее, кстати, в прошлом году так и нигде не нашла. Только на мыле Опт. Поэтому взяла ее заранее, вам рекомендую. Еще я заказала отдушку для помады «Карамелька». Я делаю помады. Это отдушки, я вам скажу, продают самые качественные только на мыле Опт. Где бы я ни брала раньше, я беру только на мыле Опт, потому что действительно качество подтверждаю.
И еще отдушка тюльпаны. Я буду делать на 8 марта мыло тюльпаны. Я нигде так же, вообще ни в одном интернет-магазине не могла найти отдушку тюльпаны. И снова же повторюсь, нашла ее на мыле Опт. Очень ждала. Взяла также для украшения вот такой наполнитель. Это красиво, когда у тебя корзинка шпона. В корзинку шпона положить немного этого наполнителя. И сверху можно положить мыло, бальзам для губ, бомбочку для ванны. Как вам, что вам клиент закажет, что вы пожелаете. Очень тоже качественно, очень мне нравится, без всякой примеси грязи какой-либо, как встречается такое. Тоже спасибо мылу. Пойдем дальше. Мыльная основа. Мельта Клир. Тоже Беларуси. Здесь видно наклейку на мыло Опт. Здесь есть срок годности. Срок годности указан, дата. Это очень важно. Если вы делаете и желаете качественное мыло, срок годности у вас должен быть. Здесь производитель. Здесь официальный сайт мыло Опт. И здесь вес. Почему прозрачная мыльная основа? Потому что она предназначена именно для картинок. Она также обогащена, она также полезна натурально, но единственное, что без масел каких-либо, поэтому она прозрачная. По качеству она также очень долгая, то есть вы ее топите. После этого не нужно 3 секунды для того, чтобы ввести масло, она долго застывает. Соответственно, у вас будет возможность поработать, добавить отдушки, добавить любые красители, не бояться, что вы не успеете эту основу вылить в вашу форму. Рекомендую. И еще такие основы для мыла, так как 8 марта я буду делать тюльпанов много. Также я заказала основу, которая не прозрачная, а белая, мелта, ши, с добавлением ши. Почему ши? Потому что ши очень хорошо питает кожу, она ее выравнивает. Вот еще раз вам покажу. Масло ши мелта тиан можно сделать на титане, можно ши добавить самостоятельно. Но, честно, у меня на это времени нет. Мне очень нравится, когда я покупаю готовую основу. Она на 10 гривен будет дороже, чем прозрачная. Но вам не нужно будет мешать титан, делать пропорции. Здесь все готово, очень качественное. И опять же повторюсь, с добавлением ши. То, что как бы очень удобно. Не только если вы делаете с прозрачной основы, добавляя титан, то вы, если добавите еще ши, соответственно, это все равно дополнительная трата денег. Рекомендую. Взяла я такой основы не одну. Я взяла с добавлением ши 3 килограмма. Вот. И мне очень нравится то, что мыло отправляет вам посылочки и не делает это, то есть вот такими кусками не заворачивает. Я могу спокойно использовать один кусок. Затем, когда мне нужно будет второй кусок, а не открывать всю фольгу и использовать полностью все. И посмотрим. Еще я взяла отдушку Hugo Man от Hugo Boss. Такую отдушку я беру для создания духов. Для этого я использую спирт. И отдушки делаю только на спирту. С добавлением любой отдушки, которая нравится по запаху, выбираю. Также я уже брала на мыло такую отдушку, мне качество нравится, духи довольно-таки долго держатся, смотря в какие пропорции их вывести, но для этого нужны другие мастер-классы. И еще остался у меня бланк, ну не буду вам показывать, что там в бланке, вы можете с ценами ознакомиться на самом сайте, но могу сказать о том, что мыло всегда сделает скидку, всегда отправит заказ бесплатно, если вы сделаете заказ от 150 гривен, и это очень удобно, вы можете получить его на новой почте, новая почта у всех есть рядом, и соответственно остаться, вот, больше у меня сейчас ничего нету, но мне мыло сделал уже скидку, соответственно я скоро пойду снова за заказом на сайт. Вот такая красота.
Только у меня много теперь работы. Спасибо сайту Мыло Опт. Спасибо всем за внимание. Всем пока.